выяснили. И, зайчонок, ты знаешь, что это такое, а? Пора в постель. Отлично знаю. Но я думаю, может быть, плюнем на эти резинки. И сделаем ребенка. Прямо сейчас. Любовь навсегда. Зарплату мне, конечно, повысили, но в связи с этим я приглашаю тебя на тест за мой счет. А потом поженимся, а потом дети. Как звучит?